Дорогие друзья, интеллектуальные шоу на телевидении очень популярны, и это очевидно. Ну а то, что одно из подобных шоу недавно снималось в Казахстане, это невероятно. Добрый вечер. В эфире интеллектуальное шоу «Самый умный казах в Казахстане». И я его ведущая Тина Кандалаки. Дамы и господа, я представляю умных, тонких, интеллектуальных людей. А вижу перед собой Кумара и Нурдаулета. Итак, внимание, сегодня очень важная игра. Мы определяем самого умного казаха. Внимание, финальная битва. Нурдаулет, прежде чем мы начнем игру, позвольте задать вам вопрос. Давайте. Нурдаулет, почему вы в бабочке? А может, я после программы в театр пойду? Хорошо, тогда почему в спортивном костюме? А может, не пойду. Хорошо, итак, все готовы? Да. Внимание, я задаю первый вопрос. Назовите элемент главной подгруппы второй группы второго периода периодической системы химических элементов Менделеева с атомом номер 4. Это вещество относительно твердый металл света серого цвета, имеет весьма высокоустойчивый, высокотоксичный элемент. Правильно. Что правильно? Правильно вы говорите. Хорошо, Кумар, вы готовы? Да. Итак, поехали, мы начинаем. Какое морское животное при выдохе выпускает фонтан? Кот. Неправильно, кит. А, чуть-чуть не угадал. Сейчас. Внимание, следующий вопрос. Закончите песню. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой... Кита. Неправильно. Кота. Да что ж такое, чуть-чуть, да? Итак, следующий вопрос. Прародитель слона. Слониха. Неправильно, мамонт. Обзываться не надо, пожалуйста. Нет, ты же первый начал ее обзывать. Я перехожу к следующему вопросу. Мальчики, соберитесь. Внимание, вопрос. Принцип действия эбонитовой палочки. Я не понимаю, что вас так рассмешило. Эбонитовая или палочка? Я повторю вопрос. Принцип действия эбонитовой палочки. Принцип. Ты принцип. Ты. Ладно, я перехожу к другой области. Итак, внимание, абсолютная новая область в нашей игре. Область геометрии. О, сори. В Казахстане нет такой области. Кумар, по-братски, не тупи. Назови две прямые, которые никогда не пересекаются. Рельсы! Черт с тобой! Я принимаю ответ, потому что иначе мы никогда не закончим эту передачу. 1-0. Красавчик! Идем дальше, следующий вопрос. Что, согласно поговорке, летит, когда рубят лес? Самолет! Щепки! А что, когда лес рубят, самолеты не летают, что ли? Тоже. Кумар, еще один вопрос. Назовите, пожалуйста, автора картины. Сатурн пожирает детей. Я тебе не нравлюсь, да? Привет передать можно? Можно. Привет, Тина. Так, господи, Нурдаулет, вопрос. Суворов сказал, пуля дура, а штык... Дурак! Молодец! Спасибо! Да нет, это не вы молодец, это штык молодец. А я? А вы дурак. А пуля? Боже мой, следующий вопрос, Кумар, я уже вас прошу. Внимание, закончите, пожалуйста, логическую цепь. Очка! Цепочка. 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 Скажите мне, пожалуйста, что мы здесь делаем? Мы уже 3 дня снимаем эту передачу. Мы еще даже 2 минуты не записали. Зачем все это? Просто понимаете, Тина Кандалаковна.
вы мне очень нравитесь. Если мы быстро все отснимем, то вы сразу уедете. А мне хотелось бы, чтобы вы остались подольше. Поэтому я и туплю. А вообще так казахи легко манипулируют сложно выверенными деепричастными оборотами сложно подчиненных предложениях. А это уже у тебя, кумар, очень хорошо получилось. А это не сложно. Влюбленный казах такой дурак становится. Тина, это вам.